Итак, значит, переходим к кулачковым техникам. То есть мы довели большим пальцем, да, вот, до конца, вот, ассисты подбивали. И там, где закончили, там продолжаем. Соответственно, у нас далее организм почувствует, что мы уже глубже внедряемся, да, переходим к кулачковым техникам, достаточно жестким. Сделали лапу леопарда, это у нас прилегают все подушечки, да, кошка перешит когти. И работаем вот этой частью, вот этими косточками и вот этой частью. Вот она мягкая. Ни в коем случае не вот так вот. Еще пальцы поломаете. Потренируйте, чтобы у вас пальцы крутились в одну сторону и в другую. Сюда и сюда. Вот. Это получается лапа леопарда делает шестеренки. Их хорошо делать вокруг круглых зон. Вот таких вот всяких. Вот так вот, да? И вот так делаем, и вот так, друг на друга, чтобы вот как бы перемалываем мясо между шестеренок. Потом вот за вот эти зоны попарно, да, верхний и нижний уголок лопатки, потом вот под лопаткой и за акромиальный отросток, под мышкой и за плечевую кость получается, да, мы поднимаем лопатку, отрывая ее от стола. Она должна легко отрываться, легко ходить и свободно опускаться обратно. Бывает такое, что у людей настолько лопатки жесткие, мышцы передние перетянуты, что прям прилипает к столу, вообще никак не отодрать. Вообще не оторвать, бывает такое. Вот нам наша задача, именно вот, чтобы эти суставы начали двигаться, ходить туда-сюда. Потом мы также с вибрацией ее, с тряской такой, отпускаем. И переходит лапа леопарда на все тело. Все тело промассировали, ну... Это практически там щипковые техники, да, двойной кольцевой захват, когда мы вот так вот делаем, да, любыми способами, да, то есть мы все тело как бы вот проработали. Потом вот это вот снизу вверх, это мы открываем ключи от шлюзов, отодвигая паравертебральные мышцы от позвоночника, да, наружу. И спускаем, открываем шлюз, потом второй проход, да, и спускаем воду. Это кулаком, все кулаками сводится вниз. Вот туда. То есть одна открывает шлюз, другая спускает воду. Открывает шлюз, другая спускает воду. Вот тут получается, до этого было, туда вставить это. Открытие ключей для шлюзов. Третье. Это мы... Мне надо будет стереть. Сюда. А, фотографировать. Тогда здесь нарисую. Чуть поменьше, может быть. Это мы проходимся костяшками пальцев, да, по паравертебральным мышцам. Остисая паравертебральные мышцы. И захватываем трапецию, заворачиваю ее назад. То есть вибрация паравертебральных мышц, понятно будет, да? Угу. Снизу вверх, естественно, все делается снизу вверх. Четвертое. Подъем трапеции. Ну, натяжка, на самом деле. Релизинг. Так, натяжка трапеции. Назад.
Пятое. Это получается лапа леопарда. Растираем всю спину. Снизу вверх опять растираем. Несколько проходов. Растирание спины. Лапой леопарда и метелкой. То есть лапа леопарда с утяжелением, да, проходимся мощно. И метелка, это такая вот расслабленная вот рука, да, тоже с утяжелением. По мышцам быстро по коже согреваем. Ну вот, зафиксируйте пока вот эту часть. Сейчас продолжение с этой три будет. С ягодичными мышцами. И с крестцом. Так, и вот продолжаем мы. Соответственно, уже ягодичную зону обрабатываем. Да? Куриную лапку поставили, где у нас большой палец подвздошно-поясничную зону, да, отодвигают, а остальные пальцы отодвигают от крестца и от подвздошной кости все ягодичные мышцы в сторону, так, на расширение. Да. Ну, работаем, соответственно, постепенно. Вот так получили. Потом до конца доводим, да, до места крепления мышц. Большая ягодичная мышца крепится вот здесь, ниже на вертеле. То есть вот вертел за бедренного сустава, да, большая ягодичная мышца идет гораздо ниже, чем его. Вот отсюда мы чувствуем ямочку и жесткую, да, она крепится гораздо ниже, вот сюда, вот к этим буграм. Примерно на расстоянии где-то вот сантиметров 8-10 размером с сигаретную пачку. Потом лапа леопарда доводим до вертела, да, разминаем все кулачками хаотично и переходим к пункту 3. Это проработка, так скажем, точек, да. Во-первых, вот эту зону большими пальцами размассировали, да, размассировали восьмеркой сам крестец, продавили точки. Две вот в конце, да, по четыре точки. Это места выхода мышц. Так, две точки в конце, это где крестец закончился, да, вот первая точка. Вторая точка, где крепится копчик. Потом по месту выхода мышц, раз, два, три, четыре точки. И над вот этой косточкой, вот эту точку прорабатываем. Прорабатываем особенно, да, и прорабатываем три линии по подвздошной кости, место крепления мышц и над подвздошной косточкой. Так, это как мы назовем? Точки и крестец, коротко напишу. В общем, все, что вокруг крестца, да, вот это вот обрабатываем. Далее идем уже к самой ягодице опять. И у нас получается вот опять здесь вертел бедра. Вот у него делаем по три прохода шестеренки. Раз, два, три. И все в эту сторону.
3 прохода шестеренки. Три прохода кулаком. Три прохода с вибрацией, только уже вдоль этих мышц получается. Потом пятое, это мы крестец кулаком раздавили, да? С утяжелением кулак на крестец. Можно его также простучать, и провибрировать, и протереть как следует, да. И шестое, это получается захватили остистые отростки, то есть когда сходим с базиса, да, дальше на остистые отростки не нажимаем ни в коем случае, а захватываем сбоку, да, и вот так вот расшатываем каждый относительно друг друга. Так, шестое, расшатывание остистых. Ну, соответственно, это вот мы захватили, да, и вот в разные стороны. Туда, сюда, туда, сюда. Понятно, да? Ну, также можете зафиксировать, а дальше мы идем к локтевым техникам, приближаемся. Фотографируйте. Сейчас. Сюда.